Исенсіз құрметлі телевизор қараушылары эфирді құтлаулар программысы. Олдағы тәбіріклеу юллары Ахуновларының бейрем табынына юл ола. Ахунов Рафхат Ахунулына 6 октябрь күні 90 еш тұла деп язылған қуат юлларында. Ол Баулы районы Менғыл ауылында туған. Әтейбіз ғымыры бойы шунда ешеп шофер болып ішлеп, бірлік колхозынан пенсияға шыққан. Тұрмыш іптеші әнейбіз һәм дәу әнейбіз Жәрия білән 62 ел бірге бик мотор үрнек ғойлә болып ешелер. Олар тыныш, мұл һәм мұхабәтлі ғойләді ике балаға ғымыр беріп, жир яңғыр дейдірмеше үстірділер. Бүгінгі күнде қызлары Люция, улы Равил, 5 ұнықлары һәм 6 ұнықшықларының оңыш шатлықларына сүйініп, ғымыр ұйымғақларын сүтәләр. Әтейбіз күнбатыш Украинада қатнашқан бүйік ватан соғышы ветераны. Ол көпні көрген, шындықтан һәр туған күннің қадірін біле. Илде һәр вақыт тынышлық болсын деп тілей. Әтейбізнің ғымыры ауылда ешеп өтті. Олар көпләп мал туар, бақша тұтырып, ешілше, жимеш өстіріп ешәділәр. 2012 йылда бүйік ватан соғышы ветераны боларақ фатир берілді. Шуннан соң олар Баулыға көшіп, яши башладылар. Ә бүгінгі күнде балалары тәрбиесіндә Саратов шәһәрендә яшиләр. Бүгінгі туған күні оңайынан келешектә дә әтейбізге сәләмәтлек тілейбіз. Тағын ұзақ еллар бізнің орада, бізні сүйіндіріп, яшәсін деп тілейбіз. Рухи нықлықны зур итіп, Құдай сиңа берген тұмыштан, сығылмыйша батыр яшисің син. Тәм ем табып шушы тұрмыштан. Иң матур изге тілекләр білән улығыз Равил, қызығыз Люция, 5 ұнығығыз һәм 6 ұнықшығығыз дейлген әліге қытлау хатында. Я
Тозмышы бізі бүлігі зинәді. Құрметлі достар, шының білен құтлаулар программасы тамам құтлауларығызны, бейрем тәбірікләулерігізні баулы телевидениесіна кетіре аласыз. Білішмелер үшін телефон 5-43-43. Әхазірге мен сізнің білен салғылашым, ғымыр бейремлерігіз көбік, көңіл бейремлерігізді. Ешірақ болсын, достар! Сегодня во всем мире празднуется День учителя. В Бавлинском районе работает не один достойный педагог. Съемочная группа «Бавлинформ» побывала в гостях у 2-го Б-класса школы номер 7, где урок вела молодой специалист Адалина Шайдулина. Закончив эту же школу, девушка вернулась в родные стены уже учителем начальных классов. Второклассники учатся в просторном светлом классе. Сейчас у них идет урок татарского языка, потом столовая и урок математики. Мальчишки и девчонки тянут руки, отвечают и внимательно слушают свою учительницу, которая успевает и писать на доске, и подойти к сидящим за партами ученикам. А после звонка на длинной перемене Адалина Шайдулина успела пообщаться и со съемочной группой «Бавлинформ». Она вспомнила свои школьные годы, то самое время, когда решила связать свою жизнь с обучением детей. Я стала учителем начальных классов благодаря своей первой учительнице. Это Насима Мазгутовна. Она меня преподавала в начальных классах. Получается, в 4-м классе она всем рассказывала о том, кем она видит в будущем по профессии. Именно она мне сказала, что я стану учителем начальных классов. Я очень сильно на нее обиделась, потому что я хотела стать стюардессой. И тогда уже после этого я начала более рассматривать эту профессию. Оставалась после уроков, смотрела, как она заполняла журналы, как она проверяла тетради. И после этого я уже начала понимать, что эта профессия мне больше лежит по душе, она мне больше нравится. Девушка закончила школу в 2017 году. После последовало 4-летнее обучение в Туймазинском педагогическом колледже по специальности учитель начальных классов. Сейчас Адалина Шайдулина заочно учится на дефектолога в городе Уфа. Наша собеседница признается, что в самом начале ей было страшно работать с детьми. Взяла я первый класс в прошлом году в количестве 22 учащихся. Сейчас на данный момент у меня 26 обучающих. То есть уже за 2 года уже прибавились ученики. Конечно, в первое время было тяжело, было страшно, так как был молодой учитель я. Ну, меня очень много поддерживали учителя, давали советы, помогали. И все же, благодаря еще родителям, я начала обучать детей. Мне очень нравится. О молодом учителе нам рассказала завуч по воспитательной работе школы номер 7 и учитель русского языка Алина Давыдова, которая сама также начинала работать в образовательной сфере учителем начальных классов. Аделина Ильназовна работает в нашей школе 2-й год. Мы очень рады, что она начала свою профессиональную деятельность именно в нашей школе. За это время она показала себя целеустремленным, ответственным и очень трудолюбивым человеком. В прошлом учебном году Аделина Ильназовна приняла участие в конкурсе «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют». И она заняла 1-е место не только в нашем районе, но еще и в зональном этапе этого конкурса. И представляла Юго-Восток Татарстана на республиканском этапе конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют». Получила высокую оценку своего труда, и мы очень гордимся нашей Аделиной Ильназовной. Аделина Ильназовна очень быстро нашла контакт с каждым ребенком, с каждым родителем. Каждому ребенку у нее индивидуальный свой подход. Она очень тонко чувствует каждого ребенка. И я думаю, что в дальнейшем ее ждут большие успехи. Сохранять дисциплину в большом коллективе детей обычному человеку, наверное, покажется сложным делом, требующим огромной выдержки и терпения. Отчасти это правда, но учителя – особые люди, ими становятся по призванию. А быть учителем начальных классов – это талант и призвание, помноженное на 2. Я люблю нашего классного руководителя, Адрину Названу, потому что она очень хорошо объясняет, все понятно на уроках.
и она очень добрая. Адлина Ильяновна мне понравилась с самого первого нашего дня знакомства. Она очень красивая, очень милая и очень добрая. Адлина Ильяновна занимается с нами. Она хорошо объясняет нам на уроках, все понятно. Мне очень нравится с Адлиной Ильназовной ходить на экскурсии. Еще мы один раз пошли недавно в детскую библиотеку. Работа учителя не заканчивается с последним уроком. Педагоги отдают себя работе и ученикам гораздо больше, чем может показаться со стороны. Я считаю, что все-таки преподавательская деятельность в настоящее время облегченная. Более легче стало благодаря инновационным технологиям. То есть нам дает возможность работать по ноутбукам, по экрану. То есть, например, раньше учителям нужно было делать наглядный материал, сейчас мы можем вывести все на доску. Но опять же, все это нужно время все выполнять на ноутбуке. С 8 начинаются уроки, следующий у нас начинается продленка. Продленку я веду 2 часа. Также у меня есть дополнительный кружок, экологический кружок. На экологическом кружке мы занимаемся, то есть, например, выращиванием растений, ходьбой, ходим на экскурсии, ходим в музеи. Вот недавно мы участвовали в конкурсе «Союз наследников Татарстана». С детьми участвовали, заняли 3-е место, ходили в детскую библиотеку, и во многих конкурсах мы участвуем. Один из таких экспериментов можно увидеть в классе у ребят. Это фасоль, мы ее выращиваем, чтобы потом пересадить на улицу. Маленькие школьники подготовили поздравления с праздником для всех, кто трудится в этой почетной и ответственной профессии. Херметреву катущевар, все знают. Шинку нерденце з неба і рен котуйба сізге бех шатлик шегізде зур у нешварте рібас. Учителем не каждый может быть, и вас мы все сегодня поздравляем. Желаем мира, счастья и добра, а главное терпения вам желаем. Уважаемые наши учителя, от имени всех учеников хочу поздравить вас с Днем Учителя. Желаем вам всего самого лучшего, чтобы жизнь была веселой, как уроки музыки, здоровой, как уроки физкультуры, интересной, как уроки окружающего мира, чтобы все хорошее добавлялось и умножалось, как на уроках математики, чтобы в жизни были только восклицательные знаки, как на уроках русского языка. Будьте счастливы, спасибо вам. Дорогие наши учителя, поздравляю вас с Днем Учителя. Хочу вам сказать большое спасибо за ваш вклад знаний, который вы даете нам, за ваш труд и доброту к нам. Хочу, чтобы вы всегда оставались такими же красивыми, здоровыми и энергичными. В завершении нашей встречи Аделина Шайдулина и сама обратилась к своим коллегам-учителям, поздравив их с Международным днем учителя. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с днем учителя. Мы – воспитатели человеческой души, и от нас зависит воспитание гражданина Великой России. Желаю вам хороших учеников, чтобы они достигали успехов. Также хочу вам пожелать крепкого здоровья, огромной энергии и терпения. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Это главное обещание маркетплейса «Казань-экспресс», который он всегда держит. В списке преимуществ доступные цены, большой ассортимент товаров, легкость оформления заказов, стильные пункты выдачи, а самое главное – бесплатная и быстрая доставка за один день. Уважение к своим покупателям и забота о них – фундамент компании. Став покупателями маркетплейса «Казань-экспресс», вы сможете это ощутить. Фаягульна Сыбулина пришла забрать не первый свой заказ. Заказ нужен Фаягуль, можете проверить. Подписывайтесь на рецепт. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Плюсы маркетплейса «Казань-экспресс» в том, что у него очень хорошая цена и быстрая доставка. Буквально вчера набрала себе вещи, нашла подруге подарок на день рождения, заказала, оплатила, и цена вышла дешевле, чем в магазине.
сегодня буквально все забрала, примерила, все идеально подошло, я очень довольна и всех советую. Пункт «Казань-экспресс» – это уголок в особой атмосфере. Это идеально продуманное дизайнерское помещение, в котором красиво и удобно. Есть примерочный стол проверки заказов со всем необходимым, безупречно вежливые сотрудники. Здесь приятно находиться и хочется туда возвращаться. «Казань-экспресс» – это маркетплейс с бесплатной быстрой доставкой. Сейчас мы работаем в 119 городах России, включая город Бобы. В нашем городе на данный момент открыт один пункт выдачи заказов. У нас вы можете проверить посылку на удобном столе со всем необходимым, от проводов до батареек, а вещи примерить в удобных примерочных. Оформить заказ очень просто. Необходимо зайти на наш сайт kazanexpress.ru, либо скачать приложение, добавить понравившиеся товары в корзину, оформить заказ и оплатить его. Пункт выдачи заказов в город Балы, расположенный по адресу Пионерская, дом 13, работает ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных. Пожалуйста, заказывайте на Казань-экспресс, мы ждем вас. Выгодные цены на товары с доставкой за один день в маркетплейсе «Казань-экспресс». Выбирайте товары на сайте или в приложении «Казань-экспресс», забирайте уже завтра в пункте выдачи заказов по адресу улица Пионерская, дом 13.
Шнелер кебе, сон.